Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Князь 2. Так, и как вы помните, мы держим путь в беглое, но я по пути решил заскочить в нижний лагерь. Нижний лагерь-то точно наш, я тут местный князь. И плюс здесь еще у нас очень хороший знахарь есть, которого мы как бы хотели освободить, но решили оставить. Здравствуй. Мое лекарское искусство здесь и все снадобья к твоим услугам. Чем я могу тебе помочь? В любой момент ее можно как бы взять с нами, но... Видите, концентрация 1, это как бы максимум, что можно сделать из травки. Видите, у нее очень качественные. И у нее вот эта вот слеза есть, она мало у кого есть. Поэтому я у нее все это дело скупать буду всегда, когда буду сюда попадать. Потому что восполнять, ну, зелья, с ними особо проблем нет, как бы, можно подумать. Вот чего ты там заморачиваешься и каждый раз там это... Да, покупаешь, но просто лучше это делать постепенно, потому что вы сами видели, вот я нет-нет, да заюзаю зелье, нет-нет, да заюзаю. Поэтому лучше как бы сразу вот это вот все дело делать, и они постепенно тогда будут копиться у нас, и у нас никогда такой особо проблемы не будет. Добро пожаловать, так, жду твоих приказов. Я хочу забрать там. Жду твоих приказов. Так, все, я к тебе еще зайду. Сколько? А, мне показалось 154. 15 тысяч у нас. Ну, 15 тысяч тоже неплохо. Так, это мы сейчас в... Где мы там сейчас? Мы сейчас в нижнем лагере. Отлично. Что тут у нас по нижнему лагерю? Лесное? В нижнем лагере ничего. Ну, тут, по сути, самый вот этот квест был, что... Разгадать вот эту... ребус с братом, который мы успешно разгадали. Ну, точнее, с племянником и дядей. Не с братом. Так, ну за травкой я сюда не побегу, оно как-то далековато. А что тут в соседних локациях у беглого? Они вообще есть? Вот куда-то тропинка пошла. Ага, вот наверх можно перейти в соседнюю локацию. Я уже и забыл. Что там? Давайте пойдем посмотрим. А я вот самый кратчайший путь. Вот здесь где-то. Давайте пойдем посмотрим, что тут за сюрпризы нас ожидают. Пойду гляну. Так, тут мертвяки 5 уровня. Тут эти 6 уровня. Но я думаю, мертвяков-то как раз таки мы уже завалим. А не здесь ли оборотень? И волхв. Ладно, пойдем попробуем подраться с мертвяками. А, это вот так через Магадан. Ладно, тогда с этими попробуем подраться. Мы так-то уже... У нас и щит крутой. О, он по 20 снимает, нормально. Так, а ты сам себя лечить сейчас сможешь? Давай, ляп, деремся дальше. Отлично. Вон, 5700. Так, ну здесь, благо, тут есть еще такой читерный способ, да. Ну, в принципе, что он читерный? Он не читерный, он затраты времени. Так, а тут переход внизу, да, сразу? А что я бегу тогда непонятно куда? Бежим к нашему знахарю. И знахарь нас выхиливает за 100 монет. Заодно сейв кину, а то мало ли чё. Тут знахарь у нас хороший, так что он нас хорошо выхиляет. Знахарство у нас уже у самих, правда, 89. Ну, я не могу себя лечить два раза. А то бы это было тогда вообще читерство, если бы можно было часто себя лечить. Здравствуй. То есть...
Мое лекарское искусство, и с чем я могу тебе помочь? А, кстати, она еще и бесплатно. Да, я вижу, переделка была серьезной. Ты распоряжаешься здесь всем. Чем я могу тебе помочь? Спасибо больше. А что у тебя продается эти? Ну вот эти штуки я у нее всегда буду покупать, как только они у нее будут появляться. Вот, и мы, наверное, сейчас так сделаем, чтобы время не тратить. Вот он побежал, а я, пока он бежит, тут банки буду смешивать. Ляп. Ляп. И вот как раз мы и добежали, и баночку замешали. Вот, видите, их тут уже всего 3 стоит. То есть зачищать локации вот таким вот методом можно. Ну, конечно, ваши деревни, да, где вас на халяву. Вот я пропнул смертельный удар, то что она так умерла сразу. Что ты сначала одну бил, теперь другую. Ладно, пофиг. Я думаю, с двумя он всяко разберется. Блин, а мертвяков тут еще больше. Давай уже добивай ее. И сколько же у нас? 5780. Да, маловато. Так, а ты, у тебя что за проблема? Тут есть какая проблема вообще? Тут нигде перехода, нет точки перехода. Что, самый беспонтовый, что ли, этот? А, вон тут еще лешие 6 уровня. Тут уж детки серьезные. Здравствуй, мил человек. А! Извини, что в избушке. Ну да, вот у него с избушкой проблема. Но потом мы ради прикола качнем плотничество. Плотничество. В общем, плотнические эти навыки. А, это вот здесь точка перехода, а вот здесь точка перехода в ту локацию. Понятно. О, ты сам можешь полечить, отлично. Так, ладно, бегло мы дань собрали, уже 15 тысяч у нас есть. А, погнали тогда сейчас по-бырому. А нафиг я тогда, блин, вот я тоже вафля. С чебуреком. Вафля с чебурь, блин, тут далеко. Вот он так неудачно спаунится посередине. Вот это меня всегда бесило. Потому что в некоторых локациях он с краешку спаунится так удобно. Ну, с углу. Что тут переход, а тут на карту. А в некоторых посередине. Так, барьё точно не наше. А вот беглая... Мы вот этими тремя, вот этот треугольник, это три наши деревни. Вот это не наша лесной лагерь и барьё не наша. Но зато в барьё знахарь есть. А вот этот треугольник, это наш бермудский треугольник, мы тут всем рулим. Нам надо накалядовать 30-ку. Святослава, её можешь её нанять? Да нафиг она нужна. Это что-то этот заключенный сидел, которого мы освободили. Награду нам староста отдал деревню. Добро пожаловать. Жду твоих приказов. Справедливые требования. Жду твоих приказов. Да. Не, все, дань забрал. О, 23 косаря. Отлично. Отлично. Так, беглая. Необходимо доставить... А, это ж я сюда как раз таки груз-то нес. Еще денежка. Здоровски. Эй! Превосходная лавка всегда. Так, что продаешь? Это что, это какашка? Ловкость, выносливость, ловкость. Ух ты, какой лук прикольный. Уже прикольные луки. Броня 64. По-моему, у нас лучше шлем. Нет? Вот, броня 72. А какой у нас шлем? Броня 56. Нифига себе. Давайте купим моя шлем. Моя лавка всегда к твоей... Или нафиг он нужен?
А сколько выносливости? 77. Ну, у нас когда-нибудь будет. Оденем. Хотя так его таскать с собой, вот это вот. А сколько у нас? 65? 77? Ну ладно, на следующем левеле, я думаю, докачаем. Так, а что еще в этом беглом? Больше ничего. Ну, я во всяком случае ничего не увидел. Так, тут этот Вася ходит по лесу, который, может, сейчас с ним получится перетереть. А ну-ка, точно ничего в беглом? Точно ничего в беглом. Так, а где же этот Вася? Вот он в одном из этих домиков живет, но не факт, что он сейчас дома, конечно. А, не дома. Здравствуй, брат. Извини, ничего подобного. Все было, я устроил, похоже на правду. Словом, если тебя... Я застрял в этой деревне и не знаю, где мой дом. Если тебя не убил удар целого рухнувшего... Я помогаю в работе местным жителям, и они иногда кормят меня. Ты должен быть очень крепкий боец, знаешь, пойдем со мной. Это не жизнь. Может, и разыщем твой дом. Да. Вот, он к нам добавился, но он так себе, короче, Васька, ну, беспонтовый вообще, все тут у него по нулям. То есть, но... Кстати, что у него по эквипу? Но. Теперь вот я его прицепил. Теперь... Противно так. Тут как-то. Помолчи. О, ты что тут бегаешь? Эй! Арей, это нормально, что ты в лесу бегаешь? Разговор есть. Может, я к маме... Дяденька, возьми меня с собой в поход. Да не, ну ладно, бегай дальше. Так вот, этот чувак, он из Барья. Сейчас вот, правда, если на нас нападут, его могут быстренько убить. Поэтому нам надо им контролить, по максимуму его отводить. А нашего героя... О, а наш герой пусть давай дерется с этими пауками. Слушаю. А ты, короче... А ты бегай вокруг. Давай. Так, блин, вот тут ими контролить тяжело. Ну, непривычно. Давай, герой пошел. А ты давай бегай вот тут вокруг героя. А они, видите, они не дураки. Они начинают сразу самого слабого атаковать. О, ну герой наш перевалил всех там двух. Так, по одному удару чисто. Все, отлично. Экспа есть, можно поесть, погнали. А вот тут ближе можно найти выход. Давай. И погнали дальше в барьё. Вот. Да задолбало. Ну, блин, короче, ты... Да уйди ж ты, не дерись ты, мудень. А вот он не может на карту, пока мой герой дерётся. Но он там успешно пока сражается. Вон он там уже перевалил. Ну, сейчас я рано залечу. Слушаю. Там два осталось этих чубзика. Блин, какого фига этот чубзик по всей карте за мной гоняется? О, мутник. Ёптеть. Так, ладно, давай, короче, иду сюда. Герой, ты чё так долго разбираешься с этими двумя чубзиками? Ладно, пофиг, надоело мне, короче, с ними разбираться. Хотя, давай, гоу на карту и погнали дальше. С пауками было быстро, а с этим... Ну, вашу дивизию. Да. Так, я ж надеюсь, они сейчас за мной не полезут, за тем лошпедроном. Так, берем. Ну, давай, убей эту червяка. Змеюку эту. Так, берем из них яд. Точнее, жало эти. Сами сейчас бухнем немножко противоядия. Себя лечить можешь? Не можешь. Ну и пофиг.
Вот прикольно, Фуська работает в отряде, есть раненые, когда вот большой отряд, но я считаю, это читерство. Эта игра как бы, ну какое читерство, она сложная, даже отрядом, его тут фиг расконтролишь. Ну хотя можно приноровиться и контролить нормально. Так, а ну так. Я узнаю это место. О! Да, да, это моя родная деревня, а вон и крыша моего дома. Извини, но я покину. Все, этот Вася пошел до себя домой. Вот. Сколько у нас? О, нам левел дали за это. Это хорошо. А сейчас мы эквип тогда переоденем. Ну, бегом, я сказал. Блин, жаль, барьё нельзя прицепить. Такая классная деревня. Вот если начинаешь этим, ну я уже рассказывал. Эй! То она сразу ваша. Ну я ж выбрал, мы ж не ищем легких путей, правильно. Слушайте, прям идентичный набор товаров. А чё я тебя могу толкнуть, слышь, чё? А ничего, я тебя не могу толкнуть. Ну и фиг с тобой. Так, давайте забодяжим яд. Забежим к знахарю, как обычно. Здоров будешь? Я местный, что я могу тебе предложить? Что-нибудь у тебя я куплю. Но тут знахарь не такой крутой, как тот у нас. Ну, хотя это тоже бодяжит слезу. Слезу бодяжит между делом. Так, ну слеза нам, в принципе, она редко когда нужна. Так, в барьё у меня больше квестов нет. Нет. Слушайте, погнали. Давайте. Так, тут как тут? Сюда на карту. Ягодки эти возьмем. Ну, просто от того, что по пути. Так, вверх это переход на ту локацию. А сюда это тоже на карту. И вниз на карту, да, получается? Да, и вниз на карту. Только один переход в соседнюю локацию. Это вот вверх, мы как раз туда и бежим. Так, тут можно до волхва забежать, до местного. О, кстати, я насколько помню, в барье как раз эти летуны летят. Или нет, или не в барье. Где-то они летят. Не здесь. Здесь все нормально. Так, Волхово. Что там, полечить себя? Ага, уже можешь. Отлично. Чем я могу быть тебе? Блин, можно вот эту штуку купить, но я, пожалуй, за ней приду попозже. Чем я могу быть тебе полезен? Ладно, ничем. Я, пожалуй, пойду. Я вот не помню, вот здесь с часом не переход ли какой? Нет. Нави эти стоят. Нави, блин. В доту играть им надоело, они сюда перешли. А вы какого? Пятого уровня? Я вот на самом деле не помню. Слушайте, знаете что? Я вспомнил квест. Пойдем мы, пожалуй, с этим, с оборотнем разбираться. Точнее, с оборотнихой. А еще, не только с оборотнихой, но и вот этот чувак, он к нам присоединился, значит и в Черном Бару тот чувак, который там в лесу сидит, он, в принципе, к нам тоже зацепится. Так, тогда стопе, тогда не так. Тогда ты, короче, сейчас себя вылечи, вот, потому что пока мы туда будем идти, у нас уже восполнится способность к саморегенерации. Вот, и мы сможем, короче, себя еще разок полечить. Ладно, в общем, думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели.
Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.